Всім привіт! Це перший випуск нашої нової передачі «Шлях в IT». Протягом усіх випусків ми будемо говорити про IT-індустрію. Зверху, знизу, зовні, зсередини розглянемо усі аспекти життя і культури програмістів під різними кутами. «Шлях в IT» розповість вам багато нового і цікавого, опише особливості, щоб вам було простіше орієнтуватися в цій сфері. IT-компанії, які будуть у нас в гостях, з радістю відкриють вам свої двері. Ну а мы начинаем наш первый выпуск. Сегодня мы будем говорить об IT-индустрии в целом, поговорим о развитии бизнеса в этой сфере и о перспективах работы. А в гостях у нас delivery-директор компании Sigma Software Анатолий. Анатолий, привет! Привет, Даня! Ну и первый сразу вопрос. Вот мы с тобой так мало пообщались, на самом деле, перед интервью. Расскажи, кто ты, что у тебя за должность? Кто расскажи, я? Да. Угу. Да, я работаю в компании Sigma Software на позиции delivery-директора. В чем должность состоит? Ну, если коротко, то у нас 1000 с лишним инженеров, программистов, тестировщиков. Вот, и я отвечаю за все то, что они делают, и каждую строчку, которую они пишут. Угу. Надеюсь, окей. Пишут исключительно хорошие вещи. Ага, ну и немножко вернемся к истокам. Расскажи про свои студенческие годы, кем ты был тогда. И вот немножко в хронологическом порядке, со студенчества и до того, кто ты сейчас. Угу. Да, ну учился я, собственно, здесь. В ХИРЭ на факультете прикладной математики, специальность информатика. Учился с 99 года. Учился хорошо. Вот, уже со второго курса пошел работать. При этом это был такой челлендж для меня. Я очень хотел, чтобы я мог работать на дневном в компании минимум полдня и при этом на дневном обучении здесь учиться. Вот, поэтому в течение первого года наверстывал упущенное. Я в целом с ХТЗ, с 26-й школы. Школа как бы не самого топовая, поэтому, наверное, такого даже доступа к ПК не было на тот момент. Вот, и придя сюда, в институт, я его получил. Здесь есть лабы, можно там попроситься, задержаться, где-то поработать. Вот, здесь, собственно, наверстывал, учился, приобретал необходимый опыт. И вот благодаря этому, начиная со второго курса, уже пошел работать в компанию на коммерческие проекты. И при этом продолжал учиться в институте. Вот, вот так все начиналось. Много компаний сменил до того, как стал тем, кто ты есть сейчас? Да нет, на самом деле вот у меня было две компании, в которых я работал. Первая, в которую я пришел, приходил еще джуниор-разработчиком. Ну и так, даже не знаю. Наверное, смотря на текущее IT, это даже не джуниор, это интерн. То бишь, наверное, моему работодателю было сложнее найти для меня работу, чем там, я приносил пользу, по факту. Вот, проработал там, причем, ну, мне повезло, наверное, были такие серьезные наставники, взрослые ребята, с которыми работали на проекты. Я там в целом на каждый сложный проект подписывался с ними, шел рядом. Вот, в какой-то момент попросился быть тимлидом, так развивался в этой компании и в какой-то момент стал заместителем директора по разработке. А потом пришел уже в Sigma Software, а это уже совсем другой калибр, компания международная, растущая, постоянно очень динамичная, ты растешь, компания растет, все вокруг растут, тебе помогают развиваться. Вот, поэтому в Sigma уже пошло развитие быстрее, это фактически мое второе место работы, где я остаюсь по сей день. Отлично, я, кстати, даже дальше, чем с КТЗ, так что мы почти рядышком. Да. Да, кстати, очень важный навык, который, мне кажется, стоит приобретать. Жить на ХТЗ? Жить на ХТЗ и уметь правильно приезжать из ХТЗ, потому что многие считают, что там трафик, время, проведенное в автобусах, троллейбусах и метро, это время, которое там выброшено. Кто-то слушает музыку, кто-то там читает художественную литературу. Наверное, для меня, вот учитывая то, когда ты работаешь со второго курса, это было время, когда я готовился к экзаменам. Там, где я учился, наверное, во многом я могу сказать, что, ну, не знаю, я, наверное, в метро выучился, по большому счету. Вот был период, когда люди шли в юристы, в бухгалтера, до юристов, по-моему, было. И вот мне кажется, что сейчас тот момент, когда люди идут в IT, когда им кажется, что это перспективно. Я понял. Ну, это очень спорный вопрос, на самом деле.
Ну, или, по крайней мере, я вот как-то душой не очень поддерживаю тенденцию, что все должны идти в IT. Более того, сейчас, если посмотреть статистику, то на самом деле есть масса других индустрий, где есть очень хорошие зарплаты, уверенная, стабильная работа, поэтому я не могу сказать, что там на IT там весь мир сейчас клином сошелся. Это не совсем так. Вот, другое дело, что, наверное, на сегодняшний день это действительно индустрия, которая много нашумела, так или иначе. Вот, и кроме того, наверное, слава богу, в Украине есть масса вузов, которые специалистов готовят, которые действительно достаточно комфортно заходят в IT, становятся хорошими, успешными специалистами. А Хнуры лучше из этих вузов? Однозначно. Ну смотри, с каждым годом технологии становятся все умнее и умнее, я бы так сказал, вот. Верно. И ну вот моя мама еще на заводе работала, на каком? На Турбоатоме. Вот они там, она говорила, программировали на чем? На Фортране, на Паскале, травивали. Вот все это развивается и сейчас становится популярным, ну как по мне, сейчас популярный какой-нибудь датамайнинг, машин лернинг, Окей. вот. Ну, может быть, я не прав, Правда, может. правда, Вот. А с чем связано вот такое вот развитие и какие тенденции у этого? С чем связано развитие? Ну, наверное, я все же оттолкнусь от того, что в целом в мире происходит. Наверное, важно понимать какую-то общую экосистему. В действительности технологическое развитие или то, что сейчас наиболее востребовано, наверное, мало связано там, я не знаю. То есть это не так, что кто-то определил, что вот эта индустрия сейчас будет востребована. Скорее связано с тем, что в целом в мире есть деньги, много денег. Многие люди хотят свои активы приумножать. Есть ребята, у которых есть замечательные идеи автоматизации, инновации, новых технологий и так далее, вкладывая деньги в которые можно получать там 2x, 3x прибыли в последующем. Как следствие, это в свою очередь приводит к тому, что ресурсы, необходимые для того, чтобы идеи реализовывать, их потребность в них тоже растет постепенно, ну, иногда скачкообразно, да. И на сегодняшний день во многом технологии, там, языки программирования, либо области, они определяются тем, какое количество новых продуктов в тех или иных областях индустрии появляется. Есть какие-то хайповые вещи, да, там, я не знаю, иногда блокчейн на сегодняшний день используют далеко не так, там, для чего он предназначался. И там открываешь с ноги дверь к инвестору, говоришь блокчейн, и тебе там, значит, сразу. Вот. Но в конечном итоге все определяется тем, какой сейчас есть demand, какая есть потребность специалистов, которые участвуют в разработке новых продуктов, инноваций. Поэтому я не могу сказать, что сейчас все повально должны там идти, например, в Artificial Intelligence или Machine Learning. Да, есть ниши там, где это востребовано, и продукты, в которых это действительно необходимо. Вместе с тем, есть очень много технологий базовых, на которых делается, не знаю, 80% всего кода, который сейчас появляется. Вот, как следствие, они сохраняют свою актуальность. Вопрос немножко про бизнес. Ты не пробовал создавать собственную компанию? В момент, когда вот с предыдущей компании переходил в Sigma Software, это был период, когда я этим занимался, пробовал. На самом деле достаточно неплохо получалось. Здесь важно в какой-то момент для себя вот как-то с собой договориться и принять решение, чего ты хочешь. Вот. Кроме того, важно, чтобы рядом были партнеры, с которыми ты чувствуешь, что ты готов начать. Вот. Наверное, в тот момент, может быть, я не ощутил, что я готов, либо у меня не было вот такой поддержки рядом. В общем, я как-то вот эту вот важную черту не перешел для себя и сделал выбор в сторону все же сильной, стабильной компании, амбициозной, вместе с которой я буду развиваться. В планах пока не было отделяться и делать что-то свое. Пока нет. Окей. Ну а в принципе, какие-нибудь рекомендации, стоит ли молодым людям или уже опытным специалистам отделяться и создавать что-то свое. Ну, с моей точки зрения, вот я знаю много предпринимателей, директоров харьковских компаний небольших, до 100 человек. Это вполне успешные компании, что говорит о том, что даже маленький бизнес, несмотря на высокую конкуренцию, на сегодняшний день в IT можно и нужно делать. Важно, наверное, чтобы первое, каждый человек, который делает в эту сторону шаг, понимал, на какой рынок он приходит. Как рынок труда, так и рынок заказчиков. Вот. Для того, чтобы на этом рынке иметь сильную позицию, нужно иметь какие-то свои уникальные преимущества. Технологическая ниша, может быть, бизнес-домен ниша. Да? Вот когда это есть, тогда есть определенная категория заказчиков, на которой компания фокусируется. На самом деле с ней очень сложно конкурировать, если у них какая-то экспертиза очень сильно развита, даже если это очень крупный стабильный игрок.
С другой стороны, если есть такое направление технологическое, такая уникальная особенность у компании, ей с рынка труда проще привлекать специалистов. Много, вот у нас есть наша инициатива Sima Software Labs. Это фактически экосистема, которая позволяет предпринимателям, стартапам вместе с нами, Sigma, вместе развиваться. Мы там даем им определенную, оказываем определенную помощь и поддержку. Так вот, сейчас в Sigma Labs есть несколько резидентов, очень интересная компания. Ребята, они очень любят CrossFit, и они там сделали очень интересное приложение, которое позволяет отслеживать происходящее в CrossFit вообще, отслеживать тренировки, взаимодействовать с тренером. То есть они заняли какую-то нишу, но они заняли ее в той области, которая им близка и которая во многом уникальна. Есть компания, которая занимается проектированием зданий целых. Есть компания, которая там занимается проектированием, которая берет практически любые данные и на базе этих данных очень просто, без каких-то глубоких инженерных навыков, строит аналитику для бизнеса. Потому что людям это близко, поэтому важно вот находить что-то уникальное, и тогда смело идти и развивать свой бизнес. Вместе с тем, мне кажется, очень полезно, когда люди, прежде чем они делают этот шаг, они приобретают опыт в других компаниях. То есть, когда они понимают, как это работает, какие современные реалии рынка труда здесь, в Украине, вот, лучше понимают, как работает разработка изнутри, и тогда они уже делают этот шаг более уверенно, у них больше шансов на успех. То есть, ну, я на самом деле слышал достаточно про людей, которые начинают со стартапов и делают что-то свое. Но ты рекомендуешь лучше попробовать себя где-то в компании, внутри, попробовать, как там, повариться в этом и уже... Да, это общая рекомендация, это, я не могу сказать, что какое-то железное правило, безусловно, есть исключения, но в общем случае, ну, я бы это, скажем так, своим детям я бы рекомендовал так поступать, осмотреться, понять, как работает бизнес лучше, посмотреть, как он работает изнутри, тогда будет проще управлять бизнесом в последующем. Абсолютно согласен. Вот на самом деле вопрос о блокчейне. Ну, во всяком случае, я недостаточно полно, широко и понимаю, что такое блокчейн. Недостаточно. Вот мог бы ты простыми словами рассказать, что это и почему это сейчас актуально? Простыми словами блокчейн. Да. Такое может быть? Возможно? Ну, скажем так, наверное, об этом нужно крепко подумать, но если очень-очень по-простому, я бы сказал так. На сегодняшний день, вот когда люди взаимодействуют друг с другом, между ними происходит очень много каких-то транзакций. Кто-то кому-то что-то обещает, не знаю, дает деньги, возвращает деньги, что-то приобретает, чем-то меняется и так далее. Вот. И блокчейн позволяет нам и, наверное, всему миру эти транзакции отслеживать, фиксировать определенным образом, таким образом, когда их подлинность, их истинность, между кем они произошли, когда и в чем состояли, можно абсолютно однозначно с математической точностью определить, благодаря чему на базе блокчейна можно построить системы, так часто называют системами взаимного доверия. То есть, когда каждому игроку, который участвует в блокчейн-системе, можно 100% доверять. В том смысле, что то, что говорит блокчейн, действительно было, действительно происходило в тот конкретный момент времени. Вот, если по-простому, это так. Так, и почему это сейчас актуально? Во многом потому, что есть целый ряд финансовых сервисов, и в целом взаимодействие между людьми, обмен валюты, в целом торговля, обмен какими-то активами, где истинность и вот эта хронология операции, она очень важна для того, чтобы отслеживать всю историю, там, правильно считать баланс. Такие системы нельзя обмануть. Хотел поговорить про развитие специалистов. Так. И вот мы уже говорили о том, что технологии меняются, развиваются, появляется что-то новое и так далее. Как быть специалистом, которые хотят оставаться на плаву, но технологии, на которых они специализировались, уже не такие актуальные. И в дополнение к этому, как молодым специалистам вот, не попасть в просак и не начать учить, разбираться в технологиях, которые по итогу, когда они уже станут трудоспособными специалистами, чтобы они не стали на место тех, которые уже все. Верно, верно. Даня, шикарный опрос. Спасибо. На самом деле очень актуальный. Сейчас вот часто сталкиваемся в нашей работе с, ну там, не знаю, 3 года назад еще студентами, которые начинали изучать программирование по первой книге. То есть они открывают книгу там по языку программирования, там видят примеры кода, они начинают просто пробовать и писать код. Ну, что хорошего в этом, да? Человек учится, пробуя. Вот он приобретает сразу практический опыт, вот, и уже может что-то показать, продемонстрировать. Здесь есть одна ловушка. Кроме языка программирования, вполне конкретного, есть фундаментальные знания, базовые.
Это фундаментальные знания, там, самое простое, объект-ориентированный дизайн, объект-ориентированное программирование, инженерные практики, алгоритмы, структуры данных, основы операционных систем, как они устроены внутри, основы информационной безопасности, хотя бы базовые вещи. Вот, это фундамент, которого если нет, и на него просто, точнее, при его отсутствии просто настраивать друг на друга фреймворки, языки программирования, вот по моему опыту, ребята достаточно быстро могут вырастать до определенных позиций максимум middle. После этого, во-первых, им сложно развиваться на более серьезные senior позиции, потому что нужно уже гораздо более вдумчиво принимать решения, принять их вдумчиво, не имея всего этого за плечами, этого, этих базовых фундаментальных знаний, очень сложно. Кроме того, когда появляется новый фреймворк, технология, библиотека, новый язык программирования, эти фундаментальные знания — это та площадка, тот фундамент, на котором можно очень быстро разобраться. Даже самое простое, вот читаешь книгу, какой глоссарий там приведен, то есть какой, какие слова там используются, да, насколько человек их понимает, вот, насколько он грамотен с точки зрения общих фундаментальных знаний. Вот, когда ты грамотный, то ты воспринимаешь это очень быстро, ты понимаешь, зачем это сделали, какую проблему решает этот язык или фреймворк, почему он написан так или иначе, вот, как он повлияет, там, не знаю, на производительность, на безопасность и так далее. И ты гораздо-гораздо быстрее схватываешь суть. Поэтому, наверное, вот эти фундаментальные базовые знания — это залог успеха. Я очень призываю не совершать вот эту ошибку, когда люди фокусируются исключительно на языке программирования, как какой-то первый источник информации, получения опыта, туда закапывается и забывает про вот эти очень важные фундаментальные вещи. Угу. Вот в этом я верю секрет. Можешь какую-нибудь технологию назвать, которая сейчас уже уходит, ну не то чтобы уходит с рынка, но вот устаревает? Угу. Пример сейчас. Я слежу, есть такой так называемый TOB индекс, который показывает, как меняется диспозиция технологий языков программирования в целом в течение времени. Вот последнее, что я замечаю, по-прежнему на коммерческом рынке труда есть перл-разработчики, и периодически на этот язык программирования есть интерес со стороны заказчика. Вместе с тем я вижу, например, что он активно теряет позиции. Вот, кстати, очень полезный источник в целом, чтобы понимать, что происходит в мире. Ну и там, на самом деле, целый ряд языков, которые сейчас естественным образом свои позиции теряют. Есть ряд языков, которые сейчас набирают популярность. Об этом, я надеюсь, мы сегодня тоже поговорим. Ну вот, например, перл-разработчик. Представим, что у вас такие, у вас есть такие? Как основной род деятельности, основной язык программирования нет. Скорее, кто-то, кто в прошлом это делал. Ну, вот, это интересно. Вот, возьмем такого человека, который в прошлом был разработчиком. Он уже не так актуален. Вы предпринимаете какие-то действия, чтобы развить его, помочь ему изучить что-то новое, чтобы сделать его актуальным? Да, ну, более того, на самом деле, в SigmaSoft мы в какой-то момент создали SigmaSoft University. У нас был тренинг-департамент. Вот мы поняли, что на самом деле это слишком мало. Мы можем больше. Мы хотели бы больше получать от образовательной функции компании. Мы создали SigmaSoft университет. И у него есть, ну, наверное, две основные задачи. Первая задача — это помогать в том числе студентам, то есть молодым ребятам, приобретать необходимые знания, навыки для того, чтобы приходить в IT-компанию, в частности, SigmaSoft. То есть мы обучаем студентов, проводим интернатуры и так далее. Вторая очень важная функция — это дообучение сотрудников, которые у нас есть на борту. Это так называемые continuous education курсы, то есть постоянное обучение. Туда входят, с одной стороны, да, базовые знания, потому что часто приходят ребята с рынка, ну не то, что у них совсем их нет, да, но есть пробелы достаточно значимые. Вот мы эти пробелы помогаем закрыть, благодаря чему позволяем им карьерно быстрее развиваться. Но, и что еще немаловажно, в принципе, любой сотрудник на сегодняшний день открыт к тому, чтобы переквалифицироваться. При этом, за редкими исключениями, там, я не знаю, если, конечно, менеджер высокооплачиваемый хочет стать, например, разработчиком на Go, наверное, он не сможет быстро переключиться с сохранением своего уровня заработной платы, но в целом, когда речь идет о технологической переквалификации, то есть люди даже не теряют зарплату, то есть он там, не знаю, вчера был исключительно SQL-разработчиком, сегодня он переходит на .NET. И мы способствуем в этом тоже, то есть мы учим своих ребят этого. Тогда давай затронем такую тему. Мне говорят, что многие на это уделяют мало времени, хотя это достаточно важно. Я сейчас говорю про софт-скиллы. Вот насколько, может быть, раньше это было не так, вот, но сейчас, как мне кажется, софт-скиллы это почти наравне с хард-скиллами, может быть, даже выше. Что скажешь, как вы цените софты и нужно ли это? Это, наверное, еще зависит от возраста индустрии вот в конкретном государстве в целом. Мне кажется, что
пока IT был очень молод в Украине, наверное, софт-скиллы не играли такую важную роль, вероятно, в том числе потому, что там был определенный возраст в целом IT-специалистов. Почему сейчас, мне кажется, это не то, что там актуальность этого выросла, это на самом деле ну, какая-то фундаментальная необходимость, высокие софт-навыки, связано с тем, что вот как есть система ценностей у человека, вот то, что в родители в него вложили, это вот тоже какая-то такая база. И на самом деле многие считают, что берешь вот на эту базу там технические навыки, а потом где-то чуть-чуть еще софт докладываешь. На самом деле все как раз наоборот. Есть система ценностей, софт-навыки, а потом уже на этом можно достраивать технические навыки. Почему? Потому что навыки все связаны с коммуникацией, умение там услышать и понять человека, с которым ты ведешь коммуникацию, аргументировать свою позицию, в целом проанализировать ту или иную ситуацию, где-то сидеться, вкопаться в проблемы, понять причинно-следственные связи. В масштабе жизни, в масштабе карьеры человека играет гораздо более значимую роль, чем какой-то конкретный фреймворк. То есть, опять же, проводя аналогию, наверное, технологические знания — это нечто тактическое, а софт-навыки — это что-то стратегическое, что абсолютно необходимо. Почему это часто остается за кадром? Ну, опять же, потому что мы привыкли получать быстрый результат. Опять же, ты там получаешь первый опыт, открываешь какой-то интернет-курс, либо книгу, начинаешь программировать, и ты уже немедленно, там, не знаю, приобретаешь навыки на JS. И ты сразу же видишь результат. Если ты развиваешь коммуникативные навыки, это стратегия. Ты почувствуешь эффект от этого через год, либо более. Но с точки зрения долгосрочного карьерного развития, это имеет большое значение. Поэтому естественно, что люди это могут упускать поначалу. Естественно, что со временем думают, черт побери, зря я этим не занялся в свое время. А тот же ваш университет занимается развитием софт-скиллов? У ребят или у сотрудников? Да, занимаемся. У нас есть как набор своих тренеров. Это зачастую ребята, которые работают в компании, которые хорошо понимают специфику как наших заказчиков, с какими рынками мы имеем дело, потому что на самом деле есть небольшие отличия, небольшие, но есть культурные при работе, там, не знаю, со шведским, например, американским рынком, если их сравнивать друг с другом. Вот, то есть ребята, которые в этом хорошо ориентируются и, соответственно, могут обучать вот какой-то еще специфике, плюс мы привлекаем много внешних тренеров по Украине, в Харькове, которые позволяют определенные навыки усиливать. Окей, давай тогда перейдем к самому вкусному, как по мне, может быть, самому объемному. Заходим на этот TIOP индекс, да, и смотрим сразу на языки. На Java, да? Да, да. Я хочу начать с Java, со старожилы, с этого великого, могучего, возможно, уже в прошлом языка и платформы в целом. Вот я смотрю, что у него изменения идут в худшую сторону, минус 5,5 почти процентов. А почему сдают позиции? Почему сдают позиции и будет ли он уходить с рынка совсем? Да, ну насчет Java. На самом деле, там вот сейчас, наверное, не видно у тебя, там есть у них еще график такой, который показывает не просто, как поменялся индекс языка, а где он находится количественно по сравнению с остальным. Так вот, я сейчас могу не вспомнить точно цифры, но, по-моему, Java это чуть ли там не 40% рынка разработчиков. Это стрёмно. Черный. Ну, не суть. В общем, есть еще один график, который показывает, а сколько ее, сколько Java. Так вот, ее настолько много, что, в принципе, даже если она потеряет там, за год 5%, это, по крайней мере, на сегодняшний день катастрофой не станет. Почему в целом происходит потеря? Наверное, не потому, что Java становится менее востребованной, потому что появляются такие челленджеры, будь это, не знаю, наверное, Python, то, что первое приходит в голову, и весь JS-стек, JavaScript-стек. Python начинают все больше выбирать из-за низкого порога вхождения. У меня дети, например, Python очень быстро обучаются, он очень прост синтаксически, по крайней мере, на первых порах. То есть в него очень легко войти, разобраться, начать программировать. Поэтому он среди молодых айтишников потихонечку набирает обороты и начинает откусывать по чуть-чуть других языков программирования. JS-стек — это то, что сейчас взрывается. Наверное, во многом потому, что это язык, на котором можно разрабатывать все приложение, там, сквозь слои, можно делать визуальную часть, то, что видит конечный пользователь. Да-да-да, но JS там всех потихонечку откусывает. Ну вот, стоит ли ребяткам, которые, которым нравится Java, все-таки идти в джависты сейчас? Однозначно. Если нравится Java, с моей точки зрения, никаких угроз, по крайней мере, на сегодняшний день существованию Java нет.
Окей, ребята. Вряд ли появится в ближайшие несколько лет. Не смотрите на статистику, у Java можно идти спокойно. Да, и очень много, она очень сильна. А, так, давай затронем C. Именно C. C, окей. Или C++, я вот не знаю на самом деле. Ну, я предполагаю, что C и C++ сохраняют свои позиции, вряд ли они там как-то прям сильно растут. Ну, C почему-то здесь немножко падает, а плюсы почти на месте. Ну, может быть, там, да, то есть оно плюс-минус ровно. Почему? С одной стороны, растет число программистов, скажем так, которые сфокусированы на софт, на софтвер имеется в виду, как антипод hardware. Много разработчиков, которые ведут разработку фреймворков, то есть это embedded программирование. Там C и C++ очень скоро будут проигрывать свои позиции, поэтому это супер востребовано на сегодняшний день. Embedded растет, я считаю, как следствие популярность C и C++. Наконец, есть определенная категория высоконагруженных систем, где тоже эти технологии применяются, поэтому тоже, если кому-то нравится C, C++, несмотря на высокий порог вхождения, welcome, я думаю, они долго будут держаться. И мое нелюбимое, на самом деле, не знаю, почему я не люблю Sharp и .NET. Окей. Не знаю. Мне, потому что вот я на первом курсе, и из каждой щели, из каждого моего студента, одногруппника, однокурсника... Выпадают .NET, да? Да-да-да, типа, а ты, а я Sharp, а я .NET. Ага. Мне он... Я к нему так немножечко не очень отношусь, потому что они везде. Вот слишком почти много, да? Все мои знакомые идут на интернатуру, на .NET в основном. Почему так много шарпистов, если и сейчас много, если я прав? И какие у нас прогнозы по этой платформе? Я не могу сказать, почему это именно так в Нуре. Могу, наверное, сказать, что в индустрии происходит. Во-первых, очень много заказчиков, преимущественно крупный корпоративный сегмент, который предпочитает Microsoft как своего IT-партнера. Microsoft это, естественно, очень большой игрок. И если говорить про языки программирования, они сделали очень внушительный шаг несколько лет назад. В open source появился .NET Core, что во многом очень развернуло назад к Microsoft очень многих программистов, которые двигались в сторону open source. Таким образом, Microsoft, с одной стороны, в корпоративном сегменте сохраняет свои позиции, поэтому востребованность .NET, C Sharp еще будет очень-очень долго на пике, ну, не на пике, но, по крайней мере, она будет высокой. А почему это влияет на образовательные институты? Ну, наверное, по тем причинам, что как бы есть потребности, поэтому студентов учат тому, что сейчас востребовано на рынке труда. Важно, однако, понимать, что в целом тенденция... Не знаю, такая-то революция, которая, мне кажется, даже уже свершилась. То есть на сегодняшний день есть специалисты, которые фокусируются исключительно, например, на C-Sharp .NET, либо исключительно Java, но все движется в сторону full stack. То есть если говорить про современные распределенные системы, в сторону специалистов, которые способны как сделать что-то на фронтенде, то есть разработать там веб-страницу, обвязать ее необходимым JavaScript-ом, который будет в браузере у клиента выполняться, так и сделать бэкэнд-часть. Вот, говоря про Sigma Software, у нас достаточно внушительная трансформация вот такая произошла, когда у нас были там отдельно фронтенд, отдельно бэкэнд, где-то это по-прежнему так, но при этом у нас все большее количество full-stack специалистов появляется. Ой, окей, давай тогда наш любимый, не знаю, мой, да, JavaScript, да. Бум, давай, вот ты начал рассказывать, что на нем можно делать все, это так, вот. Да. Почему он такой классный? JavaScript классный? Ну, это мы сейчас холиворить будем. Опять же, я программирую на JS, при этом я изначально был .NET-чиком, и в какой-то момент был плюсистом, и я в какой-то момент писал на Python. При том, что я могу получать удовольствие от работы с JavaScript, чисто глубоко в душе я его не люблю. Прежде всего, наверное, из-за того, что на сегодняшний день этот язык дает слишком много свободы разработчикам. Есть такие недостатки в других языках, которые некомпилируемые, исполняются в рантайм, интерпретируемые и тому подобное. Не знаю, это вопрос личных предпочтений. Ну, окей, язык, который, если ты любишь свободу, это прикольно. Вот, ты можешь там писать достаточно интересный код там, с разного рода там, callback'ами и так далее. Вместе с тем, синтаксически он гораздо сложнее других языков. Да? Окей, поверю. Ну и стоит ребятам наверняка идти в JS. Да, в JS стоит идти.
Опять же, я бы, наверное, рекомендовал идти в JS грамотно, сразу изучать, каким образом делать код стабильным, учиться писать тестируемый код, учитывая то, что в большинстве случаев JavaScript для вас не будет компилируем, это значит, что все проблемы и грабли вы будете собирать в процессе его выполнения. Вот, поэтому очень важно сразу правильно научиться с ним работать, понимать, где и как, каким образом можно писать тесты, будь это юнит, там, интеграционные тесты и так далее. Вот, и использовать лучшие практики программирования, в том числе на JavaScript, потому что... Практики везде надо использовать, я считаю. Да, да, потому что это уровень свободы, который он дает, он может завести человека в очень сложный, нечитаемый код, либо наоборот, эти уровни свободы используются только там, где это нужно. PHP, PHP. PHP, окей. Вот, потому что, ну, лично я студент, мониторя всякие наши университетские ресурсы, там, в Телеграме, а что-то прям много про PHP. Да. Типа, ну, он как-то, по-моему, лежал себе спокойно, лежал, сейчас мне, по крайней мере, кажется, что сейчас он как-то выстрелил, и что-то прям нужны стали разработчики на PHP. Это так? Выстрелил не могу сказать. Могу сказать, что потребность в PHP-разработчиках со время вот моей работы, а я с 2001 в IT, не падала ни на один день. То есть могут быть очень разные отношения к PHP, к старым версиям PHP, там, где там через пень-колоду объект-ориентированное программирование и так далее. Там, сейчас все это гораздо уже интереснее. Может быть разные отношения к PHP, но тем не менее он остается востребованным, остается популярным среди инженеров. Поэтому тоже все очень стейбл. Ну и тогда про мобильную разработку, и тут на самом деле достаточно много о чем поговорить, но давай затронем... Flutter. Да, Flutter и... Давай начнем с Flutter. Когда только появился, мы вот получили доступ к ранним версиям. На самом деле сомневались, не знали, как пойдет. Сейчас бумин. Опять же, важно понимать, что это кроссплатформенная разработка, и там, если посоветоваться со специалистом, который хорошо ориентируется как в нативной кроссплатформе, но он наверняка скажет, что, ребята, кроссплатформенный код — это код, который решает очень-очень понятную задачу. И не надо его совать туда, где он задачу на самом деле не решает, просто из-за того, что это хайпово. Там, где Flutter решает, там, где кроссплатформенная разработка востребована, это сейчас тоже достаточно бумен. Ну и, в принципе, тогда давай скажи про мобайл. Он стал сильнее востребован или большее развитие в мобайл сейчас? Есть такое? Мобайл, безусловно, стал более востребованным. На сегодняшний день, вот если вы приходите как специалист-инженер, либо как небольшой свой бизнес, либо как стартап, вы почти наверняка, работая с какой-то новой инициативой, столкнетесь с мобайл. Потому что такой наш консюмер-маркет на сегодняшний день. У нас у всех мобильные смартфоны, у нас масса приложений. И если мы хотим, чтобы наша задача в жизни как-то решалась, мы, скорее всего, предпочтем, что это имело какую-то связь с мобильным приложением, как следственно, с мобильной разработкой. Поэтому, скажем так, свою порцию в проектах мобильная разработка на сегодняшний день сохраняет, и пока, честно говоря, это скорее тенденция на рост, чем на сокращение. Давай затронем абитуриентов, и вот человек зеленый, еще молодой, да, не знает, знает, что IT это круто, там рубят бабло, наверное, так он думает. Пойду в IT. Да, пойду в IT. Вот, чтобы решить ему, стоит ли идти, есть ли какие-то качества, там, навыки необходимые, чтобы стать хорошим программистом? Чтобы стать... Ну, на самом деле, IT — это не только программисты, важно об этом помнить. Да, есть и графический дизайн, там, и тестирование, бизнес-анализ. То есть, на самом деле, это очень широкий спектр применения своих качеств и навыков. Наверное, я вот что порекомендую. Есть книжка, сейчас не вспомню, как автора зовут, называется «Design Your Life». Книжка небольшая, на самом деле, я не знаю, как по-русски, ну, если она переведенная, я читал оригинал на английском. Книжка небольшая, она очень легкая к прочтению. О чем она говорит? Она рассказывает истории людей из жизни, которые пробовали себя в чем-то. Ну и там одна из историй, когда есть девочка, которая любила камушки. Ну, она была там в детском саду, школьница, ходила камушки, собирала. Собирала, приносила домой, рассматривала. И ей кто-то подсказал, что вот если ты любишь камушки, тебе надо быть геологом. Вот, и она стала геологом, и оказалось, что то, что она там делает, камушкам практически никакого отношения не имеет, в смысле ежедневной работы. И так вот так люди делают некорректный выбор в своей жизни, к чему я все это, и о чем говорит эта книга. Когда вы хотите что-то сделать в своей жизни, вот делайте так, как это делают часто дизайнеры. Дизайнеры не обязательно графические, а люди, которые делают дизайн, там, я не знаю, дизайн решений. Они делают пилот.
делайте пилот. Вам это нравится? Вам нравится то, что вы делаете? Попробуйте сходить, не знаю, куда-то в кафе, выпейте пиво с геологом, узнайте, чем он в действительности занимается каждый день. Сходите, поговорите с айтишником, в чем в реальности состоит его рабочий день. Сколько там программирования, сколько там непрограммирования. Вот, интересуйтесь. И в конце концов, попробуйте сами. У вас, я уверен, здесь в институте есть много возможностей попробовать себя в разных ролях при выполнении тех или иных индивидуальных либо коллективных работ. Вот, пробуйте и принимайте решения. Тогда вы узнаете, насколько это ваше. Любые советы, рекомендации людей, которые там считают, что они умнее, вряд ли чем-то хорошим кончат. Насчет пива это была шутка, мы за ЗОЖ. Я хотел сказать, что на самом деле IT это очень обширное, там все. Верно. В IT есть все. Все, да, верно. Вот, поэтому вообще ни разу можете забыть про код и заниматься тем, что вам нравится, но войти. Ты сказал, что отвечаешь за каждую строчку кода твоих подопечных инженеров. Как бы шутка, доля правды. В действительности, да, если говорить, ну, серьезно и структурировать мою деятельность, у меня, наверное, три основных направления или три основных задачи, которыми я занимаюсь. Первая задача – это контроль всего портфеля проектов, которые в компании выполняются. Сейчас мы говорим уже про сотни проектов на сегодняшний день. В рамках этих проектов мы как компания, как коллектив, как государство даем какие-то обещания, будь то сроки, бюджет, качество и так далее. Вот, я осуществляю мониторинг того, что у нас происходит. Если мы где-то там, находимся под риском свои обещания не выполнить, то там принимаются соответствующие решения, там, либо я вмешиваюсь. Вот это как бы основное направление. Кроме этого, я участвую достаточно активно в том, что мы называем пресейл. Это участие в продажах. То есть я сам привожу клиентов, преимущественно тех, с которыми я взаимодействовал, вместе с которыми мы расширяем наше сотрудничество. Я участвую в пресейле, то бишь участвую в подготовке предложений, бизнес-предложений технических и помогаю нашей компании быть, ну, наверное, быстрее и сильнее конкурентов, когда мы боремся за крупных, стабильных, долгосрочных партнеров и клиентов. И, наконец, третье направление – это рост. То есть компания очень амбициозная, мы растем там, 20-30% каждый год. Как следствие, одно дело, когда в компании один человек, и нужно вырасти на 100%, то это надо еще одного нанять. Да? Другое дело, когда вас 1000, да? Это уже немножко другие порядки. Угу. Вот. Это формирование кадрового резерва, взаимодействие с университетом – это очень важно, потому что да, мы чему-то учим людей, которые приходят в компанию с рынка, либо просто в рамках коммерческих курсов любых желающих обучаем. Учим своих сотрудников, но важно понимать, чему учить и зачем. Да? Вот мы в рамках нашей delivery организации определяем вот эти направления, куда мы хотим обучать людей, в каком количестве, какой компетенции, какого уровня. Вот в этом тоже много участвуем. Есть выпускник нашего университета. Так. Каким бы вы его хотели видеть? Приведу, вот у меня есть два ярких примера. Вот прям идеальные кандидаты. Нет. Нет. К счастью или к сожалению, нет. Вот я вот как-то вот я в свое время, к сожалению, не дотянул до этого уровня. Есть очень яркие ребята. Кстати, оба выпускники ХНУРЭ приходили вот к нам на работу, работают. Первое, это люди, которые к третьему-четвертому курсу уже обладают вот этими фундаментальными знаниями, навыками. Они участники олимпиад по программированию. Это олимпиадное программирование, оно немножко не такое, как прикладное, но тем не менее. То есть они уже знают многие языки программирования, они очень много подумали про оптимальный код, код, который быстро работает. Очень много можно холиворить, полезно ли олимпиадное программирование, у меня самого нет устойчивого мнения. Но тем не менее, это ребята, которые приобрели этот опыт. Вот. И это люди, у которых уже есть какие-то так называемые PET-проекты. Uh-huh. То есть они что-то делают там, для себя индивидуально, либо в группе с кем-то, либо у них есть какая-то идея а-ля стартап, они что-то пробуют. То есть они не просто пишут код для того, чтобы там, не знаю, выполнилась какая-то функция, решилась какая-то олимпиадная задача. Это код, который грамотно составлен. Это структурированное приложение, оно там может быть, оно может иметь какую-то архитектуру, оно может быть многослойное, оно может куда-то деплоиться, оно там, код уже хранится в системе контроля версий и так далее и тому подобное. То есть это уже приближенно к реальной разработке коммерческой. Вот, если человек приходит с таким опытом, понятно, он совершает ошибки, несовершения, но не попробовал себя еще во всех областях, это вообще идеальный кандидат. Но, наверное, если говорить про базовый минимум, я бы говорил о том, что это люди, которые уже разобрались с базовыми знаниями, вот фундаментальными знаниями, про которые я говорил. Угу. ООП, ООД, они понимают инженерные практики, как устроена операционная система, общее понимание по security и так далее.
Ну, во всяком случае, у нас-то второй, третий курс, поэтому скорее в конце третьего курса стоит идти. Потому что без этой базы да, вам будет тяжко. Да, будет сложнее. Опять же, я по себе знаю, я начинал на втором курсе, много этой базы у меня не было. Все возможно. Я, в принципе, успевал там и с друзьями много времени проводил, и с девушкой. И, то есть, в принципе, у меня жизнь была сбалансирована. Единственное, да, в метро приходилось много читать и учиться. Вот, но все doable, но, наверное, это чуть сложнее, чем когда ты это начинаешь делать уже с вот этой фундаментальной базой. Еще важная маленькая подсказка. В момент, когда я приходил вот в индустрию, в IT-индустрию, понятие интернатур, наверное, вот я не помню, чтобы вообще существовало как понятие на тот момент. Сейчас оно есть, распространено. Вы заходите на сайт компании, в которой интернатуры есть. Sigma. В том числе Sigma. Я в данном случае там не то, что рекламирую. Я действительно вот ставлю себя на место студента. Там Sigma, не суть. На сайтах компании можно ознакомиться с тем, какие требования есть к студентам. Причем не только требования, но и то, какую литературу читать, конкретные рекомендации книг, куда смотреть, что пробовать. Вот я бы, наверное, это первый шаг, который бы я сделал. Вот если есть какая-то, не знаю, компания моей мечты, я бы пошел, почитал, а какие требования к студентам. Поэтому, если вы определились со своим направлением, заходите на сайт, вы знаете, какой компании, смотрите требования и учитесь, что там нужно. Толь, большое спасибо, что пришел. Было очень увлекательное, интересное интервью. Я думаю, многие почерпнули из этого достаточно информации. Теперь сидим, перевариваем. Спасибо. Спасибо, Даня. Классные вопросы. Спасибо за приглашение. Ну и пару слов, может быть, рекомендаций юным абитуриентам и студентам, которые только-только вот входят в нашу... Ох, ну я рекомендаций много насыпал за наше интервью. Ну, вот. Я, наверное, хочу вам пожелать, что бы ни происходило, идите за своей мечтой, что бы то ни было. Будь это приход в IT, не в IT, не знаю, в индустрию кофе, камушки, геология, все, что вам интересно, потому что самое главное, чтобы вы были успешные, счастливые люди, вот, и у вас сформировалось вот это фундаментальные социальные софт-навыки, благодаря которым у вас все в жизни получится. Спасибо, ребятушки, что смотрели наше сегодняшнее интервью. Надеемся, что каждый выпуск делает для вас IT-сферу все понятнее и понятнее. Будем ждать вас здесь ровно через неделю. Всем до встречи!